Доброе утро, у меня сейчас утро субботы, и совсем недавно мне написала девочка в инстаграме, она фотограф, по-моему, не так давно в Дрездене, и написала о том, что хочет меня пофотографировать. Я с удовольствием согласилась, как обычно, в голове родилось несколько идей, так что в этом видео покажу, что мы с ней сделаем, что из этого получится, так что да, оставайтесь. Надо выбрать цвет яблок. И нужна жвачка, которая хорошо дуется в пузыри. Итак, для первой идеи вам понадобится тяжелый фон. И я решила вот выбрать вот что-то такое каменное, темное. Дрезден для этого просто идеален, чтобы найти такое. В чем суть контраста? В том, что фон тяжелый, каменный, темный, а я вся такая легкая, воздушная, еще и с мыльным, ой, не с мыльным, а с пузырем жвачки. Идея такая, результат сейчас увидим. Пункт первый – проживать фон на жвачке. Мы снимаем эту супер фотку, и стоит группа туристов, которые вот ровно в ту секунду, когда я в самой классной позе, вот такая с пузырем, посмотрите все назад, и все смотрят на меня и на самого красивого милого фотографа, который вот так вот на коленях на полу меня фоткает. Это еще и русские туристы. Да, еще и русские туристы. Идея номер два. Это просто самый обыкновенный лайфстайл, то есть фотка как будто бы случайная, как будто бы я иду по городу, но с цветовым акцентом. На самом деле мне очень нравится сочетание черного и зеленого, и я 100 лет хотела сфоткаться с этой сумкой, и вот это случилось. Последняя, третья идея – это портретная фотография. И чтобы не было голодного взгляда... Так, фокус замечательный. Так вот, едим мороженое, чтобы не было голодного взгляда. Последняя, третья идея – это идея для портретной съемки. Тут все не так уж и, как обычно, сложно. Серебряная стена, которая просто стена магазина, и моя серебряная рука. И сейчас увидите, как сделать кадр немножко интереснее, чем просто вот портрет, лицо и больше ничего. Классно, когда есть что-то в расфокусе, что-то в фокусе, и вот в данном случае моя рука будет в расфокусе. В общем, смотрите результат. Ну все, мы закончили, и магия тоже заканчивается. По
Большое вам спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вы найдете что-то для себя в этом видео интересное, немножко вдохновение. Обязательно не бойтесь повторять, потому как все равно одинаково у вас не получится. Вы добавите обязательно что-то свое. На этом все. Обязательно смотрите ссылки в описании, там всегда что-то интересное. Ссылка на группу ВКонтакте именно о Дрездене, если вам нравится этот город. И да, всем пока, до новых видео, и мы будем есть пиццу.